VPN, что же это такое? Здравствуйте. И это моя тема для доклада, который я специально выбрал, чтобы рассказать в рамках прохождения курса «Введение в информационную инженерию». Меня зовут Чепетев Матвей, и я предлагаю приступить. Определение VPN. VPN – это безопасное зашифрованное подключение пользователя к сети, с которым он может обходить локальные ограничения и сохранить конфиденциальность. Само определение VPN – то бишь ее расшифровка, это Virtual Private Network. В переводе на русский язык это виртуальная честная сеть. То есть, виртуальная сеть, это значит, что на ее работу не влияет то, по каким и скольким каналам связи она проложена, потому что физическая сеть, то бишь группа компьютеров или устройств, соединенных общими каналами связи, не принадлежит пользователю виртуальной. А честная сеть, это значит, что в ней может находиться ограниченный круг лиц. VPN маркирует всех ее участников и передаваемую ими информацию. Данные очищаются от третьих лиц путем шифрования. VPN отвечает за то, чтобы данные не оставались конфиденциальными, не пускает посторонних пользователей, проверяет источник трафика и следит, чтобы передаваемые данные не утекали за пределы сети в открытом виде. Активация VPN. Чтобы подключиться к VPN, достаточно установить необходимое приложение на устройство и активировать эту функцию. В некоторых случаях установки приложения недостаточно. Приходится иногда искать определенные профили, чтобы потом с помощью программного обеспечения их настроить, подключить и уже активировать VPN и наслаждаться им в полной степени. Когда же пользователь заходит в сеть, его устройство присваивается уникальный IP-адрес. Он позволяет третьим лицам идентифицировать его и шпионить, смотреть, какие сайты он открывает, какую информацию ищет в поисковиках, что покупает и тому подобное. При активации VPN оригинальный IP-адрес становится невиден. Вместо него отображается адрес виртуальной частной сети. И что же дальше? Активация дает такие преимущества, как: первое. Обходить локальные ограничения. То есть, если выбрать иностранный VPN, то вместо запрета перестанут действовать, и юзеру станут доступны и заблокированы территории его страны сайты. Тут же пример. Telegram, Instagram, Facebook. Возможно ли сейчас на них попасть без использования VPN? Вы скажете нет, а я отвечу, что так и есть. Без VPN ты не сможешь зайти на эти площадки. Уж в подробности вдаваться мы не станем, почему и как. Также преимущество VPN – это сохранение анонимности. С активированным VPN-сервисом подключение к интернету зашифровано, поэтому пользовательские данные не окажутся в открытом виде у третьих лиц. Вместо этого они получат бесполезный набор символов, перевести которые не получится без ключей шифрования, а они есть только у участников сети на устройствах, с которых ведется передача данных. Разновидности VPN. Есть две основных разновидности, то есть типа виртуальной приватной сети. Это удаленный узел и узел-узел. Удаленный доступ позволяет подключаться к корпоративной сети по частному зашифрованному туннелю. Это актуально при работе с ненадежной точкой доступа, вроде публичного Wi-Fi. Узел-узел применяется преимущественно в корпоративной среде, в частности, когда у компании несколько офисов с разным местоположением. Он соединяет основной офис с филиалами. Так создается закрытая внутренняя сеть, где все офисы подключены между собой. Основные преимущества VPN. Эксперты лаборатории Касперского называют 4 причины использования VPN. Первое – это надежная защита. Передаваемая информация доступна только при наличии ключа шифрования. Второе – это маскировка сети. Данные о геолокации поступают не с устройства, а с VPN-сервера. Он может находиться в другой стране, и определить местоположение становится невозможным. Кроме того, сервис может даже не вести журнал действий пользователя. Соответственно, никто не получит доступ к истории его действий, потому что ее попросту нет. Третье преимущество – это доступ к региональному контенту. В поездке за границу можно лишиться возможности смотреть контент, предназначенный для вашего родного региона. Например, российские онлайн-кинотеатры работают только в России. Либо же площадка стримингового сервиса Netflix не работает в России, а работает условно только в Америке. Безопасное соединение подменяет ваше местоположение, местоположение промышленного сервера, находящегося в другой стране. То есть, находишься ты, условно говоря, в Доминиканской Республике. Ты с помощью VPN себе активируешь местоположение Российской Федерации, включаешь VPN, и ты сможешь заходить на свой родной российский кинотеатр и смотреть определенные фильмы.
Также и с Netflix. С помощью VPN ты сможешь зайти, ну, в американский регион и с данной помощью продолжать смотреть сериалы, которые, опять же, в России по определенным причинам заблокированы. Защищенные передачи данных. При удаленной работе вам может понадобиться доступ к конфиденциальным корпоративным данным, чтобы снизить вероятность их утечки, применяя подключение с шифрованием данных. Однако это в одной степени не очень рекомендательно, потому что именно из-за этого правительство нашей страны очень сильно пытается ограничить ресурсную пену, и во многом из-за того, что оно предоставляет доступ к определенным заблокированным материалам на нашей стране. То есть, опять же, вышеупомянутые Netflix, нет, Netflix налгал, Twitter, Facebook, Instagram. Это все заблокировано, и не просто так, а VPN попросту дает доступ к этой информации, которая, ну, заблокирована в нашей стране, и попросту, ну, это незаконно. Вследствие чего VPN попросту очень сильно хотят заблокировать, но это очень большая ошибка. Но вернемся к нашей теме. Нужен ли VPN в использовании? Да, может пригодиться, поскольку он делает сеть надежнее даже при работе с домашнего Wi-Fi. Эксперты лаборатории Касперского рассказали РБК Трендам, что провайдер может передавать историю браузера рекламодателям и другим третьим лицам. Пользователи также могут пострадать от кибератак, в результате чего их личные данные получат преступники. В октябре 2015 года крупнейший британский провайдер TalkTalk уведомил клиентов, что в результате кибератаки хакеры получили доступ к 156 959 пользователей, а это 4% от общего числа его клиентов. Среди украденных данных были номера банковских карт и многое другое. TalkTalk посоветовали пользователям остерегаться мошеннических электронных писем и телефонных звонков. По словам представителей оператора, украденная информация сама по себе не может привести к финансовым потерям. Однако украсть деньги можно, например, с помощью фишинговой атаки, выслав жертве сообщение с фейковой страницы, где уже введен номер карты. Пользователю всего лишь нужно указать CVV-код. Этого набора данных вполне достаточно, чтобы украсть деньги. В 2017 году США отменили правило, согласно которому провайдеры передавали личные данные клиентов третьим лицам, только по согласию пользователей. С того момента у них появилось право делиться почти любой информацией о пользователях. Геолокация, история перемещения, поиска и любыми другими сведениями, которые они собирают. Сеть VPN решает эту проблему моментально, поскольку она перекрывает доступ провайдеру к вашим данным. И также можно отметить повышенную защиту. Ведь повышенная защита очень нужна и при использовании публичных точек Wi-Fi. Прежде всего, нет гарантии, что эти сети надежно защищены от хакеров. Так, в марте 2018 года Android-разработчик Владимир Серов обнаружил, что оператор Wi-Fi в московском метро Максима Телеком хранил данные более чем 12 миллионов своих пользователей в незашифрованном виде, из-за чего доступ к ним мог получить практически любой человек. Как пояснили в РБК Трендам, в Максима Телеком при помощи Серова уязвимость была выявлена и своевременно устранена. Впоследствии компания переработала систему авторизации так, чтобы исключить атаки с подменой адреса устройства. По данным Positive Technology, занимающейся разработкой решений в сфере информационной безопасности, взлом общественного Wi-Fi – один из любимейших хакерами способов сбора личных данных. Лучше не платить за товары и услуги через публичный Wi-Fi. Злоумышленники могут получить данные для перевода денег с карты, включая CVV-код. Однако включенный VPN не позволит злоумышленнику идентифицировать вас в шпионе, тем самым слегка обезопасит ваши покупки в интернете с помощью публичной точки доступа. А на этом у меня все. Большое спасибо за внимание. До свидания.